Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, подписчицы и гости моего канала Афроманго Мукбанго. Вот такой вот чаек. Гринфилд, да? Да. Вот такой чаек, ну, в моей, как вы знаете, в моей любимой кружке. И вот такие мама придумала мини-бутербродики. С семгой, с сыром. Нет, форель. Ой, форель... Сыр, крабовые палочки и кальмар горячего копчения. Вот такие маленькие бутербродики. Вот такая красота. Тра-та-та, тра-та-та. Вот все. Всем приятного аппетита и просмотра. Ну вот, сейчас поедим маленьких бутербродиков, да? Как, вкусненько? Да. С крабовыми палочками вообще замечательно. Угу. Бутерброды на один зубок. Да? Почему на один? Ну, на два. А у тебя во рту два зуба? Угу. Два. Да, вкусно. Ложка нагревается.
А, вот это? Да. Все, или еще есть новости? Такой бутерброд. Бутерброд Дик. Ага. Вкусно. Еще? Еще? Ага. Вкусно. Ага. Вкусно, конечно. О чем я тебе и говорила. Да? Ты этот лучше вот тот положи сюда на тарелку. А, вот эти положи сюда. А, у тебя там два. Да. Так, пустую тарелку убери. Давай сюда. А, ты с неркой сделала? Давай сюда. С чем? С неркой. Какой неркой? Ой, показалось. Это парель. Показалось по цвету просто. Нет, нерка у меня, у нас нерки нет. По цвету что ли показалось? Мы же в прошлый раз с ним сидели. Да. Я тебе говорил, ты уже так раз поменяешь. Тем более я купила маленький кусочек. Тут у нас варили было два куска. Да. Вот это уже второй. Угу. Угу.
Очень даже вкусно. Да? Ладно, давай, ешь и это все. Очень вкусно, да? Понравилось тебе? Да. Но такие бутерброды удобнее есть. Да. Что там за продукт такой? Что это? Жирные кислоты. Thank you.
Я придумаю еще вкуснее. Какая строчка сверху, прочитай. Да, ну так. Было уже жарко после чая. Все. Открыл. Че себе? Угу. Сейчас создали дрон. Угу. Да. Так он еще только создан. Да. Его еще сделать надо. Но на это нужны деньги и время. Касается этой самой смартфонов и так далее. Да. Да. Ну что, еще делать? А? Такие же. Нет, не такие же, уже другие. Уже другие. Или не хочешь? Но говорят, то я убираю. Все. Нет, все. Хватит. В следующий раз. А чай еще? Чай. Чай еще, да. Там воды мало. А, ты заваривала. Ну что ж, еще одну кружечку чая попью. Спасибо. Еще одна кружечка чайку Чайковского.
Ты себе чай не налил, чего? Нет, воды больше. А, воды нет. Понятно. Да. Надо вешать сюда, она и так еле-еле стоит. Хорошо, не буду вешать. Ну, тяжелый пакет. Угу. Ну, зачем вешать? Вот за много? 36. Угу. А где больше всего в последней пятерке? 132. За что? За цены. Угу. А предпоследний за что? 54 с балыком. Угу. Тоже хорошо. Все, покушал. Давай, 7 часов. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Все, до новых встреч, до свидания.